Не ухаживали за постояльцами и, возможно, избивали. Глава федерального следкома Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о ситуации в частном пансионате Омска. Речь об учреждении по адресу улица Суровцева, 28. Телеканал Омск ТВ рассказывал, проверку провела областная прокуратура. В работе выявлены множественные нарушения. Среди основных – несоблюдение санитарных норм и требований пожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура потребовала закрыть пансионат через суд. На данный момент учреждение продолжает работать. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки будут также выявлены, какие именно нарушения могли привести к повреждению здоровья, либо даже угрозе жизни для 55 постояльцев этого учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.